Всем добрый день. Сегодня 11 мая. Плодотворный у меня сегодня день. Готовлю грядку для посадки гортензий, которые черенковала в прошлом году. Они перезимовали. Решила их высадить в открытый грунт, посмотреть, как будут развиваться. Потому что никогда так не делала, чтобы малыши у меня вот росли. И что получится к осени? Ну, если что-то получится, значит, будет материал на продажу с голым корнем. Вся прелесть моего участка заключается в том, что у меня полно сныти. А сныть, вы сами знаете, пролезет куда угодно. И окончательно от нее избавиться не получается никогда. Ну вот, примерно так у меня получается. Поставила сюда свою подевятку. Прошлогодние черенки, которые, ну, прямо вот слабенькие. Совсем вот такие вот. Вот. И пусть они тут себе разрастаются. Буду наблюдать. Ну вот, все посажено. Выбирала самые маленькие, самые дохленькие. Пусть развиваются в открытом грунте. Вот сейчас полью все. И все, и закрою ящиками. Ну вот, получилась такая картина. Теперь буду наблюдать все лето, как они будут себя вести и что получится из них к осени. А всем спасибо за просмотр.